Ой, ребята, ядрёно, корень, что у нас тут на улице происходит? Не хотела выходить. Вся улица воет. Твою дивизию. Ой, бай. Чё там за хреномантия? Я еще не сразу вышла, потому что сперва приехала вот эта машина. Думаю, что это такое? Кого-то остановили, пикнуло. Потом вот там, слышите, там 100 машин туда приехало. Потом народ туда побежал. Но если там что-то серьезное, я боюсь идти. Я по дороге спрошу кого-нибудь. Чикаго. В Австралии стало, ребят, Чикаго. О, господи. Что за ерунда? Так, это тут какую-то машину. Кто-то там. Кто-то там кричит. Ага, значит, вот эту машину останавливали. Ну, а народ что-то на левую сторону побег. Что-то там приключилось. Пусик это. А, Пусь, ты что тут делаешь? Погулять вышел, а? Кс-кс. Ой, ты хороший, ой, ты хороший. Ой, вот, вот. Пойдемте за угол заглянем. Ядрёна корень. Из кровати подняли. Ау, ничего не видно. Ничего не видно. Где что происходит? Это, наверное, что-то у нас на Брайтоне приключилось. Весь Брайтон воет. Сейчас какой трафик. Смотрите, в сторону Сити, вон, сколько машин. На другой стороне нету. О! А я поспать хотела. Ну, что это такое? Ну, на Брайтон я пешком не пойду. Может, вечером покажут, что там приключилось. А, сейчас в Австралии. Весна, ребят. Но я вам хочу сказать, прохладно. Вот сейчас я куртку одела. Прямо-таки очень ветер такой дует. Ну что уже тогда, что делать? Пойдемте тогда уже до конца улицы дойдем, коль до сюда дотопали. Но я вам хочу сказать, то, что последние года в Австралии происходит, такого, конечно, не было никогда. Австралия – это такая… Был колхоз, ребята, реально колхоз. Спокойная. Вы, в принципе, и сейчас можете видеть на улице пустые улицы, тишина. Да благодать. И в последние года у нас тут вообще происходит просто какой-то кошмар. Я вам уже рассказывала. В принципе, даже я вам
видео с мест преступления снимала. Практически каждый день идет стрельба. Вот так. Так что... Так, там никого нету. Ну, тогда завернем сюда, к морю. Может, отсюда что-нибудь увидим. Кто не знает, это Ботани Бэй. Ботанический залив. Я думаю, ну-ка, может, отсюда увидим. Ничего не видно. Лучше б я лежала, лучше б я спала. Теперь они мне весь сон разогнали. Вот там самолетики. Это Сиднейский аэропорт. Сзади, видите, вот девушка стоит. Вот самолетик выкатывается. Ну, ребята, а теперь, ладно, если я уже, потому что я не думала сегодня никакое видео записывать, а теперь я хочу вам кое-что сказать. Получила я одно сообщение ВКонтакте. Женщина меня стала спрашивать про то, как приехать на холидей в Австралию. Я не знаю, но я как поняла, она мне не писала, но я как поняла, она хотела приехать и остаться. Ребята, не будьте наивными. Перед тем, как вы куда-то собираетесь ехать, проверьте законы всех стран, пожалуйста. Я не знаю на 100%, эта женщина собралась приезжать в Австралию по путевке или нет. Но я просто хочу сказать, что некоторые люди понятия не имеют, что такое иммиграция. И они думают, если мы приехали в страну, то мы здесь и останемся. Нет, ребят, это не так. Даже если вам дадут визу, а визу в Австралии очень тяжело получить, даже туристическую, потому что они там будут спрашивать 100 справок с вас и справки с работы. Я не буду вам врать, потому что я этого не касалась. Ко мне подруга моя Ольга приезжала на мое 50-летие 10 лет назад, и с нее там попросили столько документов, что она сказала: «Элла, если у меня попросят еще что-нибудь, хоть одно», я, говорит, все, я, говорит, не приеду. В общем, с горем пополам ей дали. Но если кто-то соберется ехать по туристической визе и остаться, не думайте, что это очень просто. Вот вы приехали, вас тут оставили, ребят. Для этого, особенно людям в возрасте, одно дело, когда вы подаете официально документы. Я про эмиграцию, есть специальные каналы. Я не могу вам очень много рассказать, потому что я не знаю, законы меняются, но то, что такое основное, я вам могу сказать. Перед тем, как куда-то вы себе, допустим, кто-то собрался приехать в Австралию, 100 раз подумайте, что может произойти. Если вы приехали как туристы, решили, вот я тут останусь. Это нужен целый пакет документов, чтобы вас признали, чтобы вас тут могли оставить. А если, как я поняла, я посмотрела опять этой... Ой, ребят, немножко прошлась, видите, дышу как.
допустим, как эта женщина, она, возможно, если собирается как турист и просто приехать сказать, вот мне тут понравилось, у нас, допустим, у меня там или маленькая пенсия, или еще что-то, или вот что-то мне не нравится. Ребят, потеряете все деньги. Вот и все. И вас вернут обратно. Вот такие дела. Так что очень хорошо изучите законы, что требуется. Допустим, молодежь, когда на интернете можете зайти на австралийский сайт, официальный government, и там все проверить, какие нужны документы, как можно приехать официально, кого могут оставить. Допустим, если вы там очень много, господи, всяких виз, допустим, рабочая виза. Меня спрашивают, Элла, а как можно приехать на работу? Ребят, просто так не можете. А вот я захотел поработать, я приеду. Вот вы знаете, они почему-то предпочитают, я так смотрю, больше с третьих стран, потому что дешевая рабочая сила, и то это откуда-то страны идут, которые вокруг Австралии. Другое дело, если вы какой-то квалифицированный работник, вы подаете это все, подтверждаете свои знания, подаете именно по специальности, и тогда уже Австралия смотрит, брать, не брать. Опять же, я вам говорю, я по иммиграции ничего вам сказать не могу, только немножко, хотя бы что-то базовое. А вот про эту женщину, я не знаю, я почему-то очень стала волноваться сегодня. И думаю, человек вот так ломанется, человек в возрасте, потеряет все, реально потеряет все. Даже если дадут визу в Австралию, обязательно депортируют, и человек может остаться реально бездомным. Так что, пожалуйста, перед тем, как куда-то собираетесь, изучайте законы страны. Вот это мой вам огромный-огромный совет. Ну и также, что еще, какие тут... Я не помню, сколько. Допустим, если раньше Австралия принимала по баллам, какие там сейчас баллы? По-моему, если вы старше 43 лет, то можно уже на баллы не подавать, потому что уже готово. Но законы все меняются, так что изучайте. А вот... Мне почему-то, почему решила... Я почему и раньше видео не снимала, но... Потому что я вам говорю, это надо изучать. Есть специальные каналы, там все... Да, даже, я говорю, если сюда она прилетит, ребят, ну... Человек может остаться просто гол как сокол. Лишиться всего. Тем более путевки дорогие. А еще чтобы, я не знаю, как там продают, а то, знаете, путевку продадут, а визу не сделают. Еще и деньги тут можно потерять. Так что будьте очень осторожны, когда собираетесь. Ну, я вам говорю про Австралию. Ну, в принципе, законы во многих странах одинаковые. Ну, не то чтобы одинаковые, но похожие. Ой, какой тут кустарник, ребята. Что ж это тут такое изумительное? Ой. Что-то... Или у меня нос не дышит. Что-то не шибко пахнет, но очень красивое. В общем...
Прогулялась я с вами вокруг дома. Сейчас тут перелезу. Вот такие дела. Ну и, естественно, если уже совсем кто-то хочет уехать, совсем-совсем тогда, и люди в возрасте, за тех, кому за 50, это надо тогда искать, наверное, где-то на сайтах знакомств. А где эти сайты, я понятия не имею. Это надо, знаете, вам самим искать на интернете. И тоже это опасное занятие, потому что можно там познакомиться с маньяками, с какими-нибудь, с реальными маньяками, что потом едва ноги, едва унесешь. Я, вы знаете, очень много лет назад, это было лет 15 тому назад, была на одну, это был один гараж сейл, мувинг сейл, это когда люди переезжают, продают все из дома. И, в общем, я туда приехала и разговорилась с этой женщиной. Женщина, ну, не знаю, может, ей лет 40. Она говорит, я познакомилась на интернете с кем-то. Не помню, какую она мне сказала страну. Я, говорит, переезжаю туда, в эту страну. Мы полюбили друг друга и т.д. и т.п. Я говорю, а ты его видела? Ну вот, ты реально с ним встречалась? Нет, ребята, она продает дом. Вы можете себе представить? Она продает дом и куда-то уезжает в неизвестность. Да там вообще могут ее где-нибудь потом с деньгами закопать и все. Ужас какой. Господи, вот дожились, а. Ладно, дорогие мои, я вам всем желаю огромного здоровья и мирного неба над головой. На головой береги, запыхалась, берегите себя.